33 коровы, с них родился новый, как стакан парного молока. Неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Мерз я где-то, плыл за моря. Эх, как говорится, грабить, так с музыкой. Это «Ограбление по» на радио «Аврора». Это «Ограбление по» на радио «Аврора», и прямо сейчас начинаем грабить с музыкой, и без нее не важно. Самое главное, номер 0-91-76-10-07, по которому вам следует дозвониться в нашу прямую эфирную студию и, конечно же, попытать свое счастье выиграть 30 литров бензина, всего лишь навсего отгадав отрывок из советского кинофильма либо мультфильма. Таковы у нас правила. Ну, а пока вы звоните, напомню о том, о чем говорила Люся. Сегодня у нас в городе, на самом деле, с пробками дело обстоит, в принципе, с утра, ну как обстоит? Так же, как и всегда, проспект Мясникяна затруднено движение по направлению к городу, так что если вы собираетесь спускаться по этой улице, учтите, что придется немного подождать и запастись терпением. Также у проспект маршала Баграмяна по направлению в город немного забит. Ну, а в остальном, в принципе, все нормально. Ну и, конечно же, как всегда, у нас есть звонок, поэтому я готов сказать алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Гарик. Очень приятно, Гарик. Достаточно бодрый голос у вас. Как рабочая неделя прошла? Очень хорошо, потому что я рано утром встаю, уже в 5 часов утра. Серьезно? Да вы прям, я не знаю, какой-то супер-мега-жаворонок. Ну... Бывший военный из-за этого. Бывший военный. У вас на будильнике что стоит? Какой звонок? Подъем или как? Рота, подъем. У меня не стоит, я уже сам уже по реакции так стою. То есть у вас уже привычка такая фактически выработалась с годами. А сколько вам лет, Гарик? Мне 27. 27 лет. А сколько же вы служили? 3 года. Три года. За 3 года выработалась такая замечательная, мне кажется, привычка все-таки. А как вы, куда вы тратите вот это вот время, которое у вас образуется столь раннего часа? Раннего часа я еду с другом работать. Камин мы собираем. Вы собираете раннего. Камины? Да. Это просто шикарно. На самом деле, многим кажется, что это легко, но на самом деле это сложно, потому что нужно же все-таки рассчитать, да, вот этот вот... Да. Я просто ему помогаю, вот попросил, я ему помогаю, рано утром встаем, и так начинаем это. И когда солнышко бывает, да, вообще работа идет шикарно. Я думаю, да. То есть вы фактически с другом такие вот позитивные партнеры. Кстати, сколько стоит камин? Сколько камин стоит построить дома камин, да? Ну, около 1000-1500 долларов. Скорее всего. Долларов США. Ну что ж, в любом случае, я думаю, сейчас очень многие быстро переконвертировали все это в драмы. Если нет, то обязательно следите за эфиром «Авроры», потому что у нас постоянно ребята рассказывают о курсе валют. Так что, я думаю, это легко будет сделать. Гарик, скажите, а какой у вас автомобиль? Opel Astra G. Opel Astra G, достаточно распространенная, вот у меня даже язык запутался, достаточно распространенная марка у нас в стране, я думаю, с деталями у вас проблем нет, и надеюсь, что с топливом тоже не будет никаких проблем, потому что у нас достаточно сегодня такой известный отрывок из известного мультфильма. Да. Гарик, еще такой вопрос, у вас семья есть? Да. Ну, семья есть, не так, чтобы я женат, а моя семья есть, да. Мама, брат, в общем. Ну, понятное дело. Ну что ж, надеюсь, в скором времени вы обзаведетесь своей собственной семьей. А сейчас послушаем. Я к чему это спросил? Я спросил это к тому, что есть ли дети, потому что в основном как бы мультфильмы начинают смотреть, когда появляются дети. Мне кажется, это в ближайшее время будет, или через год. Ну что ж, я думаю, у вас прям позитивный такой настрой. И решительный. Давайте слушать отрывок, что ли? Можно. Гарик, запомните, что волноваться не следует ни в коем случае.
Если у вас будут какие-то сомнения, всегда знайте, что у нас есть 4 варианта ответов. Кроме всего прочего, на нашем сайте www.radioaurora.am есть визуальная подсказка. Если у вас есть возможность зайти туда, то, я думаю, вы практически сразу отгадаете, из какого мультфильма отрывок. Не, это если даже не получится ничего. Я уже вам дозвонился, это мне уже большое удовольствие. Это так приятно. И, кстати говоря, нам в этом плане повезло больше, чем вам. Ну что ж, Гарик, давайте слушать тогда отрывок. Поехали? Да, поехали. На радио «Аврора» ограбление по... Ах так, ах ты вот как! Ах вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну знаешь, я для него жизни не жалею, а он... Нет, нет, все, конец! Прощай навек! Только смерть избавит меня от сердечных мук! Goodbye, my love, goodbye! Goodbye, my love, goodbye! Очень известный достаточно отрывок. И, кстати говоря, диалог, можно сказать, разошелся тоже. Вот именно эта часть фразы, она, ну, используется очень многими. Есть какие-либо предположения, из какого мультфильма данный отрывок, Гарик? Варианты есть, да. Это попугай, который... Так. Попугай и хозяину он оставляет, идет другому хозяину. Вы очень близки. Ну давайте я перечислю варианты ответов, вы сразу догадаетесь, из какого это мультфильма. Алло, Гарик. Да. Вы на связи? Да. Итак, первый вариант — «Трое из Простоквашино». Нет. Второй вариант — «Ну, погоди». Третий вариант — «Малыш и Карлсон». И четвертый вариант — «Приключения попугая Кеши». Четвертый вариант — «Приключения попугая Кеши». Конечно же, все совершенно верно. Вот этот крик «Ура!» был специально посвящен вам, Гарик. Вы рады? Да, конечно. Я рад, что вам позвонил. А это... Добавочный ряд. Это такой приятный бонус в виде 30 литров бензина, да? Да, большое спасибо вам, очень-очень было приятно. Вам тоже огромное спасибо, Гарик, спасибо большое за то, что вы своим бодрым голосом, конечно же, начали наше сегодняшнее авроровское утро. И, естественно, мы обязательно перезвоним вам после эфира, расскажем, где, когда и как забрать свои 30 литров бензина. Я пожелаю вам, конечно же, удачи в вашем нелегком деле строительства камина с вашим партнером. Ну и, естественно, хорошего и прекрасного дня, замечательного вам. Большое спасибо, и вам того же желаю. Ну все, до свидания, Гарик. С вами, дорогие радиослушатели, мы не прощаемся, потому что впереди у нас огромная куча всяких разных программ, таких как «Большой футбол» и «Морской бой», где вы также можете попытать свое счастье и выиграть достаточно солидные денежные призы. Кроме всего прочего, буквально через 14 минут у нас актуальные, свежие и интересные новости вместе с Лилией Тандилян. Так что я говорю пока-пока, но на этом радио «Аврора» не заканчивается, а наоборот, несет вам море позитива. Каждый будний день.